новая победа красно-черных. Восьмой матч Олимп первенства ФНЛ текстильщик провел в среду в Москве. Соперник – футбольный клуб «Спартак-2», знаком ивановцам еще со времен ПФЛ. Потому футболисты готовились к серьезному противостоянию. Очень хорошая молодая команда, все игроки очень техничные, быстрые, обученные. То есть будет очень непростой матч. Так и получилось. С первых минут красно-белые держали мяч и старались не впускать футболистов-текстильщика на свою половину поля. Но ивановцы все же сумели использовать шанс. Незадолго до перерыва забил как раз Евгений Попов. В самом начале второго тайма счет на табло снова изменился после того, как ворота москвичей удачно атаковал Максим Гайдуков. Уже в самом конце встречи соперник сумел отыграть один мяч, но победу ивановцы не отдали. Итог матча 2-1 в пользу текстильщика. Победа такая трудовая, такая рабочая, много сил потратили ребята, но в целом, как планировали, наверное, так и, в принципе, у нас многое получилось. Получилось отбирать мячи, убегать в быстрые атаки ответные, контратаки заставляли футболиста «Спартака» ошибаться, потому что команда обученная, хорошая, очень хороший контроль мяча. Символично, именно в восьмом туре первенства ФНЛ текстильщик набирает 8 очко и поднимается с 17-й строчки турнирной таблицы на 13-ю. Но времени почивать на лаврах нет. Новое испытание команде предстоит уже в это воскресенье, 18 августа в столице. Соперником текстильщика станет московская «Торпедо», которая сейчас делит лидерство в турнире с клубом «Ротор». Наталья Гутарина, РТВ Иваново.